Очень часто люди задаются вопросом, глядя на нашу благотворительность, да, как мы выделяем там миллионы гривен, да, там, на пожилых людей, на детей. Они задаются вопросом, откуда деньги? У пастора Владимира изначально было очень много бизнес-идей. Естественно, я сам как бизнесмен. Почему? Потому что я должен заработать для того, чтобы Церковь Божья, она росла, чтобы она процветала. И мы поэтому можем что-то делать для пожилых людей. Мы можем что-то делать для детей-инвалидов. Он умеет передавать свои знания и свои навыки тем людям, которые хотят от него принимать. Почему сегодня у нас есть VIP-партнеры? Почему сегодня так много бизнесменов? Люди жертвуют, потому что они видят, куда идут их деньги. Ситуации бывают, когда нужны срочные деньги, нужна какая-то срочная помощь. Ни разу я не помню, чтобы он сказал «нет». Мне хочется участвовать в Божьих целях. У него есть цели относительно Украины. И мне так хочется, чтобы он взял меня в свое дело, чтобы он взял меня в свой проект. Фильм «Апостол». Смотрите 7 главу фильма 26 ноября в 21:00 и 27 ноября в 20:00.